Привет, мои хорошие! С вами я, Таня. И сегодня мое утро. Я проснулась в Леголэнде. Парк еще пока закрыт. Вот. И я вам решила сделать такую вот небольшую экскурсию по территории. То есть это наш отель, где мы остановились. Это еще один отель. Они, то есть это пиратский отель, это Леголэнд отель. Они соединены в одно целое. Сейчас я хочу вам показать ту известную арку, на которой написано Welcome. Добро пожаловать. Вот. То есть здесь вот люди покупают билеты. Войти в парк. Парк закрыт до 10 часов. А водный парк закрыт до 11 часов. Сейчас хочу вам обязательно показать эту арку. Видите, это как бы символ парка. Без нее ни туды, ни сюды. Очень интересно. Все в парке сделано с Лего. Леголэнд очень молодой. Ему всего лишь 4 года, если я не ошибаюсь. Вот, кстати, там тоже что-то сделано. Вот пиратский корабль. Я к нему подойду ближе. Вот. Сейчас вам покажу эту sign welcome. Обязательно. Смотрите, sign welcome сделана полностью с Лего. Очень круто. Welcome, Legoland, Florida. И все в этом парке абсолютно сделано с Лего. Смотрите, такой вот пиратский корабль. Вот такой он крутой, огромный, красивый. Вот этот корабль. Сейчас мы пойдем, подойдем к нему поближе, если можно. Ну, конечно же, можно. Смотрите, вот такой вот сделан скелет, скелетон. С Лего тоже. И внутри тут целая пиратская вечеринка. Вот такой вот мистер пират. Чего у нас тут еще? Это их оружие. Вот такой вот пират на инвалидном кресле. Вот. Такой вот хвост. Ну, очень-очень интересно. И написано Legoland Pirate Island Hotel. Это островной отель, в котором мы поселились. Вот. Ну, а сейчас я вас поведу внутрь отеля. Покажу вам, где подают еду и где детки могут играться. И... смотрите, вот такой флагшоп. Ну, очень красиво. Очень красиво. Территория парка просто супер. Такая вся яркая, красивая. В цветах. Смотрите, вот такой вот дракон на вас смотрит. Это все тоже сделано с Лего. Вот такой вот... консьерж всех приветствует. Привет, привет, добро пожаловать. Вот такой вот Лего фигура. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что же там внутри здесь. Смотрите, это вот такая area, где можно отвечать вам на все вопросы. Здесь вот детки гуляются с Лего. Здесь вот такой детская area. То есть там детки могут играться. Очень прикольно для детей. Здесь area, где могут все кушать. Вот. Тоже люди кушают завтрак. Кстати, это бассейн.
Бассейн еще закрыт, так как мы только проснулись, но его обязательно скоро откроют. Вот такой бассейн. Кстати, там вот такие вот куски лего плавают, и дети ими играются. Также здесь есть диско-элеваторы, в котором играет диско-музыка. Сейчас я вас туда поведу. То есть здесь просто сказочно. Are you guys in line? Oh, you're not waiting? Okay. Ну, а мы сейчас с вами пойдем в диско-элеватор. Sorry. Такой вот человечек сделан. Вот. Вот мы и зашли в этот диско-элеватор. Смотрите, тут музон играет. Душа поет, вот такие вот лего мини-фигуры. Очень весело. Тут внутри дети любят танцевать, играться тут внутри. И обычно тут играет разная лего-диско-музыка. Ну, вообще, просто бесподобный отель и бесподобная атмосфера здесь. Это 5-й этаж. Мы сюда просто приехали покататься. В каждом этаже существуют такие вот лего мини-фигуры. На каждом этаже. Ну, а мы сейчас поедем на 1-й этаж. Так как мы остановились не в этом отеле, а мы остановились в пиратском отеле. Музон просто, просто супер. Вот. Дети мои просто это все обожают, но не сейчас. Они сейчас пошли завтракать с подружкой, пока я быстренько делаю видео. Я не знаю, где они есть, сейчас я их буду искать. Может, они даже еще в комнате. А сейчас вам покажу наш лифт. Какой у нас лифт в нашем отеле. Видите? То есть мы остановились в пиратском отеле. Видите, оно все соединено. Тут тоже такая небольшая area для деток. То есть детки могут здесь играться. Тоже, видите, много лего здесь. Вот. То есть разные стулочки. Тут такой кинозал. Там можно играться в этой комнате тоже. Видите, типа они в тюрьме все сидят. Вот. О, вот покажу вам сейчас наш пиратский, наш пиратский лифт. Нажмем на оба, которые раньше приедут. То есть это пиратский лифт, и мы сейчас в нем поедем. All right. Sea dogs.
have a great day. А, вот мы чудом попали в пиратский отель в наш, так как это люди выселялись, и я быстренько заскочила сюда. А вот здесь такой вот пиратская музыка, такая вот атмосфера. Вот. И это на нашем этаже вот так все выглядит. Вот. И сейчас мы идем в нашу комнату.